Если я еще раз про него услышу, твоего выступления не будет. Если ты сегодня ее не оставишь, завтра ты не живешь. Может, вы нас прокляли там, я не знаю. Может, проклял. А может, благословил. Ну и что нам теперь делать? Все очень просто. Ищите любовь. На вас наложено три пятаки. Теперь ребенок появится только у одного из вас. А у других детей не будет 10 лет. Отдохнуть тебе хорошо, оторваться по полной. Катюш, чтобы... все будет хорошо, тут они нормально. Говорю, Настя, клянусь, это обыкновенное волшебство. Даже не похож на нас. Смотри, это твой дед Анатолий Поликарпович, вылитый. Святой Валентин? Да. Маленький. Мальчику необходим профессиональный уход. Ты знаешь, что он сейчас делает? Открой, пожалуйста! В поместье Батори пропадают дети. Может быть, это волки? Это не волки. Это нечто совершенно другое. Кто бы ни пришел за тобой, будет слишком поздно. У нас работает Крот. В самой верхушке британской разведки. Я знаю, кто вы. И хочу продать информацию. Важную. Они следят за тобой. Я хочу предложить тебе дар, Логан. Ты и так достаточно страдал. Твою способность к самоисцелению можно передать. Переложи это бремя на другого. Я не готов к смерти. Грех это. Неужели ты думаешь, я тебя оставлю? Так ты ж барин. А я девка дворовая. Василиса Кожина! Давайте поприветствуем наших финалисток. А самый необитаемый остров в мире нам в этом поможет. Девчонки, вас не смущает, что он в кокос говорит? Ром, а нас когда покормят? Хрупкие создания. Но зато мы поймем, кто из нас самый красивый. Нет. Кто это? Дочка Корякина. Ты телец. Максим, это судьба. По компотику? Я беременна. Так ты, значит, у нас любитель гороскопов, да? На войне как на войне, детка. Я тебе отвечу стихами хорошего поэта. Не ссы, все сложится.